Стоять! Эй! Осторожно! Ха! Ну! Полагаю, ты Фриман? Внимание! Неопознанная... Нам надо спешить! Комбайнов может и трудно раскачать, но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Ха, кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Я Алекс Венс. Мой отец работал с тобой в Черной Мезе, хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да, неразговорчивый. Помнишь его по Черной Мезе? Старого администратора? Только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда. Забавно, что ты появился именно сегодня. Мы помогали людям сбежать из города пешком через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай я куплю тебе воды. Кстати, рада познакомиться. Вот чертовка! Куда она делась? Ламар, выходи оттуда! О-о, все в порядке, доктор Кляйнер? Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман, это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепортера. В этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупость. Твой талант превосходит даже твою красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ладно? Получилось? Вот ты. Черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачей. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик дать. Что? О боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. А вот и... Черт, убери ее от меня! Ламар, вот ты где! Я думал, ты избавился от этой заразы. Конечно нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И тщетно. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда! Нет, нет! Осторожно, Ламар! Эти приборы очень хрупки. Ох мой! Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных? Гордон, костюм сидит так, будто на тебя шит. Ох, он ведь действительно на тебя шит.
Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О, боже. Док, на это нет времени. Ты хоть подзаряди его, Гордон. Хорошая мысль. На стене есть зарядник. Твой костюм можно заряжать от источников питания Альянса, которых полно в местах патрулирования. А пока пора взяться за работу. Встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, да, Элай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думаю. Он самый, и мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочурки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток без массового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда LG, тогда включая функцию Гильберта. Эй, да, условия кстати, лотереи. Насчет кошки. 3, 2, 1. О, господи, что на этот раз? Доктор Штепсель. Господи, ты права. Гордон, не воткнешь штепсель? Вон там, Гордон. Прекрасно. Гордон дернет рубильник. Давай, Гордон. Хорошо. Финальная стадия. Начинаем. Начали. Я не могу. Ладно. Ну как, получилось? Сам посмотри. Эй, док! О, слава богу, как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну давайте тогда переправим Гордона. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT ладно, закончил. Ладно, парни, твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в передатчик, и мы отправим тебя в лагерь. Как раз вовремя. Прекрасно. 3, 2, 1. Пуск. Парни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Что за черт? Да это же твой чертов мозгосос! Ламар! Эдди! Нет! Вот он! Ламар, с ним? Да забудь о ней! Он проходит, папа! Что происходит? Я не знаю. Похоже на какие-то помехи. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим! Его что-то утягивает! Что все это значит?